40 полицейских получили награды в преддверии Дня Конституции. Большой праздник стражи порядка организовали на стадионе «Динамо». Его участниками стали не только сотрудники правоохранительного ведомства, но и члены их семей. Наша съемочная группа тоже стала свидетелем этих событий. На стадионе «Динамо» сегодня праздник. Накануне Дня Конституции Казахстана здесь чествуют лучших полицейских. Награды получают 40 сотрудников органов внутренних дел. Уверен, что сотрудники Министерства внутренних дел будут и впредь честь выполнять свой служебный воинский долг по охране правопорядка, защите конституционных прав свободных граждан. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия. Нагрудный знак «Отличник органов внутренних дел второй степени» вручили двоим полицейским. Среди них Руслан Умбетов. На службе он уже больше 8 лет. Выбор профессии не был случайным. В 2014 году, получается, перевелся в отдел по борьбе с наркобизмом УВД города Петропавловска. За годы службы как бы много было ситуаций интересных, которые, можно сказать, каждая по-своему она осталась в душе. Будучи школьником, выбрал профессию, то, что буду работать в органах внутренних дел. Благодарственное письмо акима области получает начальник отдела местной полицейской службы Айдын Ахмагамбетов. Структура создана недавно, но уже есть результаты деятельности. Нацелена деятельность нашей службы прежде всего на профилактику, на работу с населением. Очень отрадно. Это оценка нашей служебной деятельности руководства области, руководства департамента, общественностью. Праздничный день для стражи порядка запомнится еще и концертом. Со сцены их поздравили самые юные члены их семей. После торжественной части на поле вышли футбольные команды, а самые юные гости праздника приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте. Алина Баржанова, Рустам Трюжанов, Новости МТРК.